Здравствуйте. Стало известно, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Каспирович поделился мнением о созыве правления Союза биатлонистов России на внеочередной отчетно-выборной конференции, где могут выбрать нового главу Союза биатлонистов России. Я не уверен в том, нужно ли сейчас проводить эту конференцию в условиях строгого карантина. Мне сложно пока что-то говорить, я только слышал, что принято решение о внеочередной конференции. У нас ведь так и не прошел тренерский совет, мы не заслушали никаких отчетов. Формированием тренерского штаба сборных в следующий сезон, по сути, занимался вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский. У меня вообще много вопросов ко всему этому. Да, все происходило дистанционно, но мне очень интересно знать, какой регион за кого голосовал, сказал Каспирович. Да, конечно, это интересно знать не только Александру Каспировичу, но и нам было бы интересно узнать, как и кому отдали свои голоса регионы. Сможем ли мы об этом узнать? Вряд ли с нами поделится такой информацией. Но все-таки мы будем надеяться. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!